Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. В этом году школу заканчивают 652 одиннадцатиклассника и 1343 девятиклассников. И для тех, и для других последние звонки прозвучат 25 мая. В этот день в городе будет организован весенний бал. А уже на следующий день для некоторых начнутся первые выпускные экзамены. 26-го для девятиклассников начинается итоговая аттестация. Первый экзамен – это экзамен по выбору, английский язык. А 29 мая первый экзамен для одиннадцатиклассников первыми экзаменами также будут экзамены по выбору. Это информатика и география. Для девятиклассников итоговая аттестация продлится до 8 июня, а для одиннадцатиклассников до 19 июня. На протяжении уже нескольких лет самыми популярными экзаменами на выбор как у одиннадцатиклассников, так и у девятиклассников остаются обществознание и физика. Далее следует биология и химия. Кстати, у тех, кто с первого раза не сдаст один из обязательных экзаменов, будет возможность реабилитироваться. Правда, для этого придется ехать в Уфу. Нефтекамский площадок для проведения повторных экзаменов в этом году не будет. Ждут выпускников некоторые нововведения и в самой организации испытаний. Во-первых, для девятиклассников экзамены, формат проведения экзаменов максимально приближен к проведению в форме ЕГЭ, то есть это тоже проверка через металлоискатели, это тоже установка глушилок и установка видеонаблюдения. Конечно же, присутствие общественных, государственных и республиканских наблюдателей. При проведении экзаменов у одиннадцатиклассников в этом году в двух пунктах мы сами будем печатать контрольно-измерительные материалы, которые будем получать по каналам закрытой связи. Аттестаты на руки выпускники получат согласно постановлению правительства республики 27 июня. В этом году выпускной бал в Нефтекамске пройдет по примеру прошлого. Централизованно для всех школ города. Место проведения останется прежним – территория Дворца творчества. Наталья Бурова, Ильшат Исламов. Время новостей.